для поддержания тонуса. Да ладно! Мостли, как? Второй день подряд. Чат, кто пропустил, я объясняю. Мостли... Блин, как вам игру эту... Объясняю. Вот то, что сейчас выпало, у него шанс выпадения 6%. То есть из всех вот этих крутилок, вот у этой оранжевенькой, пойти без оружия, пойти с топором, пойти с Макаровым, 6% шанс. И Мосли второй день подряд выбивает именно вот эту плашку, которая без оружия. Как ты... Тут оружия, наверное, нету нигде, да? Откуда ему тут быть-то, по сути? Тут где-то ящик был. А, вот. Так. Заявочка на ган. Так. Вот на этой полке, кстати, всякие оружейные приколюхи спавнятся, но сейчас нету ничего. Я, наверное, семерки картечь оставлю все-таки. Как-то у меня к ним доверие появилось после вчерашнего. Разгруз еще не взял. Потому что у меня мой фирменный разгруз, понимаешь? Мы играем за типа, который вот вышел на работу. А тут происходит дичь. Я как бы в фирменном... фирменной разгрузки. Из того, что было, сделал себе разгрузку. Что тут у вас? Шон Маклейн, типа того. Ха-ха!
Здрасте. А я тут... А, я ничего? Просто прохожу мимо, смотрю, магазин открыт, думаю, дай зайду, посмотрю. Может, что есть. Это вот я... Ну, я не знаю вообще, откуда взялось, блин. Я ничего не брал, честно. Я тут вообще работаю, посмотри на меня, я свой. Он тебя не видит? Видит, он смотрит на меня через стекло. А он может ко мне зайти сюда? И что-то смотрит на меня. Да я знаю, что там патроны, да. Я знаю. Эта дверь простреливается? У меня брони нету вообще никакой. Эй! Давай, бля, берца, щеми! Бля! Зараза! Ну это было лучшее, что я мог ему предъявить. Он мне в челюсти попал. Ну конечно, блин. 26 раз. А, ну я, кстати, дробью еще стрелял, ладно. Он мне дал в челюсть, блин, ну... Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.